Друзья, всем привет, это канал Технобар Плюс. И сегодня у нас распаковка моего нового микрофона. Приобретался микрофон в магазине Комфи за стоимость 600 гривен. Это около 25 долларов. Итак, приступим. Сам микрофон, коробка. Модель микрофона Boye BY-M1. Что изображено непосредственно на самой коробке? Во-первых, модель микрофона. Показано, как человеку необходимо размещать микрофон, на каком расстоянии от лица. Непосредственно сама марка Boye. В левом нижнем углу показано, к какому устройству можно подключать данный микрофон. Это смартфон, планшет, ноутбук, видеокамера и фотоаппарат с функцией видеозаписи. Здесь у нас есть голографическое подтверждение непосредственной оригинальности данного устройства. На коробке написана сама модель для видеозаписи. Super Sound for Presentation and Video Recording. Суперзвук для презентации и видеозаписи. Итак, на задней стороне коробки написано, то есть непосредственно сами показатели данного микрофона, а именно микрофон, сам вес микрофона 2,5 грамма, вес батареи, который установлен на микрофоне, 18 грамм. Итак, сам микрофон имеет вот такие размеры. Кабель, длина 6 метров, друзья. О, это круто. 6 метров сама длина микрофона. Это можно, я не знаю, на каком расстоянии даже от видеокамеры производить съемку, а также записывать качественный звук. Батарейки, которые в комплекте идут с ним, присутствуют они в данном устройстве, дабы обеспечивать активное питание самого микрофона. LR, формата LR44, клипса в комплекте, батарейки, то есть аксессуар included. Аксессуары, которые идут в комплектации. Из полиуретана защитный экран микрофона. Ну, то есть, наверное, какая-то тряпичная будет защита непосредственно для самого микрофона. 3,5 мм. Переходник с 3,5 на 4,5 галт-плаг. Это, скорее всего, чтобы подключать данный микрофон к музыкальному центру, либо к какому-то ресиверу. Итак, выходное сопротивление 1000 Ом или менее. Чувствительность 30 дБ. Плюс-минус 3 дБ. Частота колебания 1 кГц. Сигнал 74 дБ. Frequency range, честно говоря, я не знаю, что это. Но предполагается, что это непосредственно сама частота поглощение звука микрофона. Ну, в принципе, вот и все, друзья. Коробочка из плотного картона, фирменный. Итак, что в комплекте непосредственно находится? Ну, в коробке, вы видите, пусто. Вкладываем в сторону. Здесь, я так понимаю, какие-то гарантийные талоны. Клавиатура. Почему-то компания Defender здесь фигурирует. Тоже какая-то инструкция, комплектация компании Defender. Влагопоглощающий мешочек. Непосредственно маркировка Boye. Вот защита микрофона от ветра. Инструкция, друзья. Инструкция на английском языке. Здесь показано, как микрофон крепится.
Да, инструкция, к сожалению, только на английском и китайском языках. Ну ничего, английский есть, это уже хорошо, можно перевести с помощью Google переводчика для тех, кто не понимает английский язык. В принципе, все это уже на данный момент возможно. Итак, сам микрофон поставляется вам в такой вот кожаной сумочке для переноски микрофона. Ну, довольно-таки, это понятно, это не кожа, это кожзам, но довольно-таки качественный, друзья. Порой бывает кожа хуже, чем высококачественный кожзам. Это касается как ремешков, так и обуви и одежды. Так, непосредственно сам микрофон. Вот такой переходник, как я уже сказал. Да, это тот переходник с 3,5-миллиметрового джека на... Что-то так туго входит. Наверное, так и должно быть изначально. Для переключения на ресивер музыкального центра. Так, далее сам микрофон непосредственно идет застежечка металлическая. Сам микрофон пластик. Надеваем сразу же защиту от ветра и от лишних посторонних звуков. Сам микрофон вот в такой вот, с такой пряжечкой мягкой. 6 метров длина провода. Рекордная, на мой взгляд, друзья. Не будем сейчас открывать. Итак, что же здесь? Это активный блок питания, как я понимаю, для микрофона. Маркировочка Боя. Здесь идет триггер переключения в двух режимах. Камера с off, смартфон. То есть, насколько я знаю, съемку, если данный микрофон подключать к смартфону, либо... камере необходимо вот в таком режиме. То есть, если мы переключаем на микрофон непосредственно самой камеры, которая в смартфоне, необходимо триггер переключать в режим камерас. Ну, писать я буду все видео с помощью этого микрофона на смартфон, поэтому вот такой режим мне необходим. Здесь идет, опять же, шпилечка для того, чтобы этот микрофон разместить, вернее, этот блок разместить где-то на поясе. QR-код. Так, что внутри раскручивается? Кстати, этот блочок, он металлический. Вот, да. Здесь в комплекте идут одна батарейка, друзья. Одна батарейка формата LR44, как было написано. То есть эта батареечка, она питает данный микрофон. Здесь, я так понимаю, установлены какие-то усилители звука, усилители шумоподавления и так далее. Ну вот как-то так, друзья. Будем пробовать, будем тестировать. Сам микрофон, первое впечатление о нем очень хорошее. Отзывы в интернете на данный микрофон суперские. Своим мнением, как всегда, делитесь в комментариях под видео. С вами был канал Технобар Плюс. Всем удачи, всем пока. Берегите себя.